Здравствуйте, друзья. Вот наконец-то мне попал вот такой вот интересный. Сейчас я вот верхний уберу. Интересный набор от Энтерскова. Немножко он, конечно, известный. О нем, наверное, только не говорю, ленивый, наверное, о этом наборе. Вот, но он у меня попал по другим причинам. Потому что все о нем говорили. И плохое, и хорошее. И много всякого на него поливали, много споров было. Я решил сделать с этим набором немножко по-другому. Почему попал ко мне в руки? Я решил его действительно попробовать и испытать именно в работе. Этот набор, потому что все говорили о нем то, все, третье, четвертое, пятое. Ну, толком им никто не работал, а если работали, там только по мелочи. Я тоже брал у Жени блок цепной пилы и пытался как-то поработать у себя на доме, где там куча-куча там вопли, крика, вот ты изверг, деревья губишь, портишь. У меня там участок дикий, короче. Я когда его покупал, он был уже как 10 лет. Его никто не обрабатывал, но там все равно надо было ветки пилить. Но не в этом суть. Давайте немножко расскажем. То есть вот этот всем небезызвестный набор от Энтерскова Multimax. Зачем он мне нужен? Он мне нужен, я хочу его попробовать сделать, типа, как будто бы я там шабашник, взять этот набор и кинуть его на шабашку. То есть поработать на шабашке именно таким набором. Также я хочу попытаться посравнивать вот эти все насадки. Наверное, скорее всего, с 12-вольтовой линейкой от Интерскол. Может, еще с какой-то. Там посмотрим как-то, чтобы характеристики более-менее были схожи. Потому что, если чисто брать с того момента, что, грубо говоря, это насадки, а то полноценный инструмент, могут возникнуть определенные сложности. То есть, это, я считаю, это некорректно сравнивать. Так вот, всерьез, прям по-полному сравнивать сами насадки с инструментом. Давайте я вам покажу, что мне приехало. В первом саквояже, получается, с сотом у нас идет аккумулятор 18-вольтовый на 4 ампера. Обычная зарядка. Также вот такой вот привод, вот такая вот насадка DA13, двумя скоростями, безударная. Вот такие вот дела. И все. Смотрите, во втором большом, 150-м, получается, ящике у нас идут вот такие вот модули. Модуль цепной пилы, дальше модуль УШЕМки угловой шлифовальной машины. Модуль лобзика. Дальше модуль, получается, дельта шлиф машины. Такой вот. Тут дальше у нас идет модуль для ножницы для травы. Вот такие вот дела. И рукоятка для болгарки. Вот это вот масло для цепной пилы. Такая вот отвертка. С одной стороны фигурная, это минусовая, с другой стороны фигурная. Пилка. Это для сабельки. Ключ. И кожух для модуля. И еще вот такой вот угловой ключ. Также еще у нас идут для шлифовки, получается, такая вот наждачка. Вот, мне так вот интересно посмотреть, вот получается отверстие, это у нас, грубо говоря, вот сюда вот пыль, да, будет выходить. Надо будет, подожди, стоп. Надо будет посмотреть, как она будет работать. Интересно, это пока непонятно, куда пыль будет выходить, то есть продукт от шлифования. Надо будет изучить. Дальше у нас, получается, идут такие вот модули. Модуль импакта. Модуль гайковерта, кстати, тяжелый очень. И здесь еще есть, получается, место для биты. Сейчас мы, кстати, померяем. А не тот. Простите. Да, для биты. Смазки в маслице. Вот так вот.
Дальше получается у нас идут модули сабельной пилы. Здесь получается система автозамены. Вот интересно. Вот что тоже, кстати, на модуле лобзика тоже. Бесключевой доступ к пилкам. Вот такой вот модуль перфоратора. Можно посмотреть характеристики, кому интересно. И модуль у нас получается реноватора, да? Реноватора. Все, вот это модули. И мы будем пробовать ими работать. То есть, грубо говоря, кстати, сейчас посмотрим систему, как она работает. Автозамена пильного полотна. Сейчас мы... У нас там получается, в том месте. Сейчас откроем, посмотрим. Что у нас тут для реноватора идет? Грубо говоря, для реноватора идет такая вот липучка для шлифовки. Вот такое пильное полотно SS52. И вот, вот такое вот. Получается дерево, пластик и металл. Сейчас мы как раз посмотрим, как она меняется. Вот этот модуль. Легко подошло сразу. Ну, надо будет тестить, работать. О, защелкнулось. Думал, болтаться будет, не защелкнулось. Надо тестить, пробовать, работать. Единственное, вот этот чуть-чуть не фиксируется. О. Не, прикольно. Игрушка. Поработаем. Оценим, посмотрим. Что, да как. Сейчас я это все сложу. Вот. Так что, друзья, вот такой вот появился у меня инструмент. У меня многие подписчики давно просят, типа, просто расскажи, покажи, как он работает. Потому что многие хотят купить там себе домой, чтобы инструмент постоянно не возить туда-сюда с работы. Кто-то своим родителям, кто-то в подарок, все. Некоторые даже вот чисто вот подписчики, ребята, которые не мастера, ну, как-то пытаются там начать, грубо говоря, дополнительно зарабатывать, спрашивают, типа, подойдет ли эта вся система как стартовый набор, инструмент. То есть, грубо говоря, ты это покупаешь, а потом постепенно ты, когда у тебя появляются деньги, ты покупаешь себе полноценный инструмент. Мне стало интересно. Этот набор у меня появился в руках. Скоро я им поработаю. Также, как я уже и сказал в начале видео, я его планирую посравнивать. Например, вот. Мой мини-макс 12-вольтовый. Ну, с этим модулем понятно, что он на 18 вольт. Но это опять же модуль. Это не полноценный инструмент. Сравнивать его, допустим, вот с таким шуруповертом. Хотя они там по размеру. В принципе, похоже. Можно будет попробовать, но опять же это с оговоркой. Вот. То есть, грубо говоря, посмотреть, на что он способен, как он сможет работать. И все такое прочее, кстати, даже. Сейчас его проверим, аккумулятор. Кстати, индикатора нету. Печально. Здесь тоже. Значит, тогда придется еще... зарядкой мучиться. Грубо говоря, смотреть здесь. Пошел заряжать. То есть сейчас я аккумулятор заряжу, чтобы было наготове. И когда у меня появится шабашка, я поработаю. Сразу скажу, что я еще заметил в данном наборе, чтобы я здесь добавил. Грубо говоря, не для домашнего использования, а для тех, кто как-то попытается начать работать. И все, я бы еще добавил бы вот такой вот дополнительный модуль. А почему бы я его добавил? К примеру, делаем короб по гипсокартону. И, грубо говоря, одеваешь модуль перфоратора,
просверливаешь отверстие, тебе надо зафиксировать профиль, чтобы потом спокойно, не держа рукой, а именно работа двумя руками, а не одной. То есть ты его должен, грубо говоря, как бы наживить, зафиксировать. Получается, снимаешь отсюда модуль перфоратора, одеваешь там модуль импакта и закручиваешь. А потом опять тебе надо делать отверстие, опять снимаешь модуль импакта, одеваешь перфоратор, то есть вот эти все движения. Когда у тебя вот таких вот два привода, ты можешь сразу одеть перфоратор и можешь сразу одеть импакт. Грубо говоря, ты перфоратором просверлил отверстие, потом зафиксировал импактом, и, грубо говоря, перфоратором можно спокойно делать. То есть увеличится скорость в разы, также меньше будет вот этих всяких манипуляций с заменами оснасток. Не знаю. Ну и так, таких примеров будет куча. То есть, грубо говоря, если кто-то собирается брать такой вот набор и именно им работать на постоянку, ну как бы шабашки делать или что, то я считаю, что должно быть два привода. Это по-любому. То есть, грубо говоря, привод отдельно продается, можно будет отдельно его докупить. Но лучше сразу это все сделать. Так что, друзья, заряжаю сейчас все аккумуляторы, подготавливаю инструмент готовности, клею сюда наклеечки, что это именно Master Pro. Вот, и все. И будем испытывать, гонять. Какие-то появились еще идеи, как-то им погонять, то есть адекватно, не так, что а давай мы там возьмем какой-нибудь большой перфоратор, у меня его сейчас здесь нет, он там на объекте, и давай возьмем этот перфоратор, или, например, возьмем там DeWalt 3.9, да, и сравним вот с таким вот шуруповертом. Нет, именно что-то полноценное. Так что, так вот, до новых встреч, до свидания.